Тунис – мусульманская страна. А мусульманские законы касаются не только внутреннего облика человека, но и того, как он должен выглядеть. В отличие от других мусульманских стран, тунисским женщинам разрешено носить все, что только позволит совесть. Не хочешь носить хиджаб? Ну и не надо. Но и хиджаб-то некоторые сняли, а вот что надеть вместо него – не придумали. Такое ощущение, что все одеваются во что попало. Джинсики, кроссовочки, маечки, курточки. Я не видел ни одного стильного человека. Но говорят, в Тунисе есть даже дизайнеры одежды. Интересно на это посмотреть. Итак, барабанная дробь. Шоу-рум тунисского дизайнера выглядит вот так. That's the boutique or that's your workshop? The atelier, everything. Зовут этого дизайнера Сала Барка. Вообще все началось с того, что Сала был одним из костюмеров «Звездных войн». Потом его поперло, и он решил стать дизайнером одежды для масс. My dream to dress Tunisian streets. Everyone. Everywhere. I try. Сала делает свои коллекции доступными, поэтому его вещи стоят недорого. В основном до 100 долларов. Чтоб каждый мог себе позволить стильный наряд. Как ему это удается? Ну, например, чисто такой пацанский пиджак в цветочке. Ну, кстати, крутая идея. Перешить ненужные тряпки и трендовые наряды. И выглядит все это достаточно стильно. Были старые шторы. Наш герой взял ножницы, немножечко порезал, кое-где все сшил. Вуаля! Вуаля! Ну, кстати, фасончик-то ничего, прям такой моднявый. What's this? This is furniture for... That's men or women? No, it's a woman. Это еще хорошая штука. Как обычно, все красиво достается девочкам. I came here to buy myself something interesting. Will inspire you to dress me. Yeah. Опасно, конечно, предлагать человеку одеть меня, тем более работнику театральных искусств. Молодела. Вы готовы? Тогда вот он я. Опасный тунисский мачо. Штаны сделаны из обивочного материала для мебели. Рубашка из скатерти. Ну а шарф... Это просто кусок ткани. Слушайте, а мне нравится. Реально прикольно смотрится. Прям и штаны, шик, блеск, красота, и топ. Очень ярко. Этот наряд хорош. Что там еще есть? Пусть эти шмотки сделаны из половых тряпок, занавесок или носового платка. Какая разница? Посмотрите, как все скомбинировано. Ребята, прикольные вещи. Ну, как бы, если убрать шортики и вот эту вот такую нежно-розовую маечку, то таковой обманываю. I put it, this accessories. You can go with the disco, with this jacket. Вот представьте, что все люди по улицам вот такие ходят. Веселые на дискотеку пройдут. Итак, аплодисменты! What inspired you to make this thing? This look inspired me very well, India. Ну да, шорты чем-то похожи на шальвари. Но в этих шмотках я смакиваю на нарядный индийский банан. А этот наряд как ода концу отопительного сезона. Накидка сделана из пледа и выглядит как плед. Штаны, кстати, прикольные, ну а рубашка... Рубашка не очень. Перепробовал все луки и скажу вам, что первый лук прям это бомба. Очень все круто сошлось, на мне хорошо село, мне еще понравилось, так что я возьму. Ну и, пожалуй, куплю подарок Машке. А то она, когда узнает, что я был у дизайнера, расстроится же.